Так, всем привет, ребята. Привет всем. Значит, я выбираю чай и вам советую. А водочку можно только по праздникам. Только по праздникам. Сейчас я еще по-грузински скажу. Эсеги. Ай, смегон, я равняр дам зрахалт. Там не вирчев чай с лимонит. Чай с лимоном. Вот так вот. И такую свинину вот. А кто безмерно, да, пьет водочку? Естественно, тот шашлыки не кушает. Значит, за здоровый образ жизни я хочу выпить. Дай Бог всем здоровья. В этом, в новом году, ребята, всем здоровья, всем. Неважно, кто и под каким флагом хороший человек будет жить. Всем я хочу здоровья пожелать. Ну, конечно же, немножко выпью. Вот так, нальем. Налили. Вот так. Короче, всем приветики, ребята. Всем, кто меня знает и кого я знаю. Всем в СНГ, так сказать. Таджикистан, я не знаю там, Азербайджан, Россия, Армения. Ну, многие меня знают, и многих я знаю, уважаю и дружу с многими. Ну, не знаю, вот. Мое видео, конечно, не о том звучит, что я кого-то учу к чему-то и так далее. Водочки, вот видите, что льется рекой. Но надо в меру все. Вот. Короче, за вас, за нас, за Россию, за Кавказ, за наш континент, короче, за наш континент. Оу! Да. Я выбираю азерчай. Надеюсь, за рекламу мне этот чай пришлют за бесплатно. Лимончики нашевские, грузинские лимончики. Можно прям так кушать. Кожа тоненькая, не то что у грецких, у марокканских и так далее. Кожа тонкая, там один сок. И еще, ребята. Ребята айрганери. Ребята айрганери. Вот так вот. Вот так. МР-512. Моя любимая винтовка. Ну все. На таком тоне я заканчиваю, ребята. Всем удачи. Всем здоровья в новом году. В новом году, вернее. Вот смотрите, я одну пробочку выпил. Уже в голове уже началось. Ну все, удачи всем. И счастливого Рождества.
Шашлычок, грейся, грейся. Вот и все дела. Кому не понравилось видео, ставим дизлайки срочно.